А может и показалось. А вон он уже там. Жестко. Тупо огонь. Далеко ехать? О, так я поеду сейчас. Аниме, блять. Я смотрю, у тебя объяснение есть на все, братан. Жестко, жестко. Эффект Джанибекова. Я не знаю, кто это, но поверю тебе на слово. Блять. Ой, блять, атлеты ебут. Ай, блять. Да за шо? Ой, тут тоже чел. Я пойму, чё вы доебались до меня? Алло. Идите нахуй. Я свой. Врагов просто шок. Обожаю, когда я приезжаю, тут можно с кем-то повоевать, а не просто АФК сидеть. Все? Ух ты, блядь, а ты, Соня, какой дерзкий. Постой-ка, братан. Есть пара вопросов, надо обсудить. Регистрация. Двигается без звука, бля. Классно сделано. Чем какой-то другой киберспортсмен из этого бахнет. О, круто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жестко, жестко. Сори, сори, брат. В смысле, не умер? А двигается, вы заметили, как он без звука двигается? Вы еще хоть где-то такое видели? Самое забавное, я ему башку должен был раз 10 прострелить, прежде чем он сдох, я ему, ну реально, очень много раз попал в голову. Вот, давайте прочекаем, что у него с ебалом. А, блять, а что с зоной случилось? Найс рофл про зону, блять, игра. Пойдем поищем, в общем, этот шлем, армор. Какой-то атлет ломает мне этот машину. Ну, я вообще могу вот туда добежать, но проблема, там люди есть. Надо быстрее туда бежать, пока есть время.
Там вроде хорошие камушки. А не за ней вообще эти камушки, а то я, блядь. Ну мы оба сдохнем из-за тебя. Объясните мне, что я делал не так? Можно он умрет, пожалуйста?